Всем привет, ребят, с вами Игорёк, и сегодня 22 декабря в Стиме стартовала зимняя распродажа 2020. Продлится она 2 недели до 5 января 2021 года. Как обычно, нас ждут довольно хорошие скидки на игры. Если не знаете, что прикупить, то через пару дней я сделаю отдельное видео, где расскажу про игры до 500 рублей, которые, возможно, вас заинтересуют. В целом, от данной распродажи я ожидал большего, например, какой-то мини-ивент, но, увы, ничего такого нету. Ну а начнем мы с того, что мы сможем получить халявные карточки Steam за голосование в различных номинациях, игры которых проходили отбор на осенней распродаже. Все, что нам нужно сделать, это выбрать одну из игр из каждой номинации, за что вы будете получать по одной карточке распродажи, а уже их, в свою очередь, вы сможете продать на торговой площадке Steam или закрафтить значок распродажи. К слову, карточки будут действительны до 5 февраля. Это на тот случай, если вы захотите их фармить сразу с многих своих аккаунтов. Обычно я крафчу один значок распродажи чисто на память, а остальные карточки уже продаю. Каждый день вы сможете просматривать список рекомендаций и взамен получаете одну карточку. Также карточки можно выбить при крафте любого набора карточек. Обычно там падает скидочный купон, но на действие распродажи будут падать карточки. Раздача невиданных масштабов от дядюшки Габена. А именно, каждые 48 часов мы сможем получать забавные анимированные стикеры в виде птичек. Использовать вы их сможете при общении в чате. Продать или передать их нельзя. Если вы пропустили раздачу, то в скором времени их можно будет купить в магазине очков. Кстати, туда завезли неплохие нововведения, а именно, мы сможем прокачать свои витрины профиля. Улучшить их можно не более 2 раз, вы сможете добавить дополнительные ряды для каждой из доступных вами витрин, где вы можете разместить больше значков, предметов и тому прочее, все зависит от купленной вами витриной. Если вам и этого мало, то вы можете купить дополнительную витрину этого же типа. А как вы знаете, изначально у нас доступна только одна витрина. Также в магазин очков Steam было добавлено 8 предметов зимней коллекции, а именно 4 анимированные рамки аватара, 1 анимированный фон мини-профиля, 1 анимированный фон профиля, сезонный профиль за 5000 очков и сезонный значок, который стоит по 1000 очков за один уровень. Я думаю, любители настроить красиво свой профиль будут ликовать. И еще одна забавная вещь, это то, что мы можем выдать награду любому профилю Steam, а также сообщением в обсуждениях. Пишите в комментариях, как вам эта распродажа, что собираетесь прикупить. Ну а я напоминаю, что прямо сейчас проходит 15-дневная раздача игр в магазине Epic Games, поэтому не забудьте забрать всю халяву. Ну а с вами был Игорёк, всем хорошего настроения и счастливого Рождества. До скорых встреч!